Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Little Big. We are Little Big. То есть мы Little Big. Ну, не знаю, почему Little Big не захотели участвовать в Евровидении. Я думаю, их просто не позвали. Да, а было бы так интересно, вот как раз итальянский Little Big и российский Little Big, и кто бы победил, вот интересно, прям вот даже мне была бы интрига. То есть, как бы Манижу, да, ну, там была у нее, что было у Манижи? У Манижи был... вот напор, экспрессия, она вот этим взяла. А в принципе слова-то там, ну, как бы... Простенькая песня. Да, простенькая. Для... Она неплохая, может быть, но для Евровидения она была слишком простая. Вот, а Little Big вот именно в этот год мог бы завязать интригу. Ну, не завязал. То есть итальянцы прочухали и сделали подобное. Ну, давайте узнаем, что на этот раз. Итальянцев нет, но я имею в виду, они такие, как бы, немножко, ну, может, они свое пели, но оно так немножко было в стиле. Ну, экстравагантные просто сами по себе группа такая. Ну, вообще, знаете, я уже сделал вывод, что у нас на Евровидении чем страннее, тем прокатит. Итальянцев мне песенка тоже понравилась, неплохая была. Какая? Ну, вот итальянцев, которые... Не, ну, неплохая, да. Ну, давайте, ладно, Little Big. Вспышки света вот еще нам не хватало. Это кто? Это фанаты Little Big? А Little Big теперь под итальянцев косит? Как я не люблю вот эти дергания, да еще эти вспышки. Вот, поехали бы с этой песни на Евровидение. Вот в наше время, знаете, главное драйв. Вообще никому ни смысл не нужен, ничего. Начинается с Криптонита, который вроде со смыслом, но если... Очень сильно не прислушиваться, не поймешь. Все. Все? А все, все, да. Там она тоже коротенькая. Вот, начиная, вот говорю, с Криптонита и заканчивая Little Big, который... Вот что они? Они просто музыку, просто поорали и сказали, что мы Little Big, и все. И все сказали, ура, круто. Не, ну как бы мы уже привыкли к ним и как-то, и вроде ничего. Хотя я каждый раз думаю, что я уже привыкаю к вашей музыке. Иногда говорю, о, круто. А кому-нибудь из своих подружек скажу, говорю, вот, послушай, посмотри, вот, круто, правда? Так смотрим, говорит, что это за фигня? Представляете, насколько я уже продвинутая мама? А вы это не цените. Пишите всякие гадости иногда мне, вот. Всем пока.